Как ты думаешь, у кого лучший натюрморт получится? Мне кажется, у меня. А мне кажется, у меня. А потом проверим. Окей. Я для натюрморта буду использовать желтые, красные и чуть-чуть зеленые краски. А ты? Я тоже буду использовать желтые краски, потому что у нас банан и лимон желтый. Соня, а ты любишь фрукты? Конечно, люблю. Они же вкусные и полезные. А я так себе. Бываю люблю, бываю не люблю. Софья, а что это такое? Как что? Это банан вообще-то. Ты что, не видишь? А я думала, что это лимон. Ой, смотри, кажется, я руку вымазала. Я тоже вымазала руку. Мы что, грязнули с тобой? Нет, мы же сразу, когда дорисуем, сразу же пойдем руки помоем. Зачем руки мыть, если их можно обтереть? Смотри. Мне кажется, что ты совсем неправильно поступаешь. Что тут неправильного? Ведь можно просто их обтереть и все. На руках же останутся микробы. Какие микробы? Кто вообще их придумал? Смотри, как у меня получилось. Красиво. А смотри, как у меня получилось. Классно. Ребята, какой ваш натюрморт нравится? Пишите в комментариях. Что-то я проголодалась. И я тоже. Но прежде нужно помыть руки. Зачем их мыть? Сколько я тебе одна себе сняла? Вот эти микробы, их просто-напросто не существует. Но это ты так думаешь. Но они на самом деле есть. Кто и вообще их придумал? Кто руки придумал мыть? А я все-таки пойду в руки и помою. София не захотела, но и пусть. И зачем время тратить на мытье рук? Ты что творишь? Ты грязное яблоко вместе с грязными руками ешь. Там же в два раза больше микробов. А что? Нельзя даже яблоко грязное съесть? Да там микробов нету. Это просто наши мамы пугают всякими микробами. Говорила, почему ты меня не послушала? Не буду есть грязными руками и не буду есть немытые фрукты. Ой, Эх ты, Боря Луковая. Давай руки сюда. Ну, теперь живот перестанет болеть. И все микробы просто убегут. Ребята, запомните, перед едой руки нужно мыть всегда. Ребята, никогда не забывайте руки мыть перед едой. Это очень опасно. Это очень важно. Это очень важно.